Выпускники школ в преддверии жаркой поры. Впереди сдача итоговой аттестации и единого госэкзамена, поступление в колледжи, техникумы, вузы. Кто-то из старшеклассников уже определился со своей будущей профессией, а кому-то еще предстоит это сделать. Свою помощь выпускникам предложили в городском центре занятости. Ежегодно там проводят занятия по профориентации. На этих занятиях мы детям помогаем выбрать профессии. Рассказываем о мире профессии, рассказываем о направлениях, рассказываем о тех ошибках, которые совершаются при выборе профессии. Мы рассказываем о рынке труда, который имеется на сегодняшний день в нашем городе и вообще по региону, то есть и Каменка, Бендеры, Рыбница, Тирасполь, то есть те вакансии, которые востребованы у нас в регионе. На таких занятиях профконсультанты не просто ориентируют старшеклассников на профессии, востребованные на рынке труда, но и информируют завтрашних абитуриентов о тех учебных заведениях, в которых можно освоить эти специальности. Подобное консультирование проходит и через ярмарки вакансий учебных мест, в ходе которых подростки могут получить ответы на все интересующие их вопросы.